Приветствую, господа танкисты, коллеги по цеху, так сказать. Всех рад видеть на своем канале. С вами Станблок 2019 Рус, Стальноч. В прошлый раз мы с вами договаривались о 2000 лайков, и выходит вторая часть гайда, псевдогайда по карте линии Зигфрида, но уже в дефе. Вы выполнили, в принципе, это условие, и надеюсь, и впредь будем набирать по столько же лайков всегда. Напоминать я вам не буду, но сами должны понимать, что прожимать лайк. Итак, сетап в этот раз у нас более такой, знаете, посредственный. Два артоблятка, две ЛТшки. Но все равно это нубка, и это не особо будет влиять. Но если сравнивать с прошлой каткой, здесь, конечно, сетап в разы хуже. Поехал я вот в эту позицию к бункеру, давать шот на перекатке. Там, где проехал поляк, в принципе, всегда стоит так делать, потому что в каждом бою там проезжает танк. У меня не полетело, попал ему в лоб башни, к сожалению. И шот не удался. И еще плюс ко всему, мне дает тычку 44-ка, которая тупо проснулась, блять, на базе стояла весь бой. Все начало боя, и на шару мне дало шот. Но здесь приезжает 257, непонятно зачем в город. То есть вот прямо близко к нашему респу. И он уже, естественно, уехать не может. Пытается он вытанковать Эмиля. Он делает все верно. И Эмиль, слава богу, дает всего лишь один шот по нему. И я просто его разваливаю от УВН. Везет, что он мне попадает в маску и не пробивает. Но все равно упад на плюс-минус. Такое рикошетное бронирование башни. Периодически вас туда пробивать, конечно же, не буду. Не будут. Но все равно тут тот же самый картон, что и у Е50. На который надеется прям всегда не стоит. На пустом месте просто полторашку набил. И это хорошо. Здесь моя команда прямо на реакции, на скилле, просто начинает убивать поляка, выезжая под три направления, подставляясь под всех. Я, конечно же, не такой профессионал, как они, и решаю отыграть более сейвово, не подставляясь под коня, под пыку и накидывать просто шот. Шот за шотом на расстоянии, без засвета. К сожалению, у меня не летит по ЛТТБ. Всего лишь один шот дал по тройке. Но все равно тоже достойный результат. Я мог дать одну тычку, а получить в ответ там две или три, да, если бы поехал вместе с союзниками. В принципе, я сделал все верно. Тут я замечаю, что моя ВКшка прожала тигра второго, 430-го. Я могу за счет того, что отстреливаются по ней, наносить урон по противнику. Здесь Каен сейвится от ВАЗика, от танков, которые пушат по К-линии, и выезжает на улицу со мной. Но я резко контролю этот момент и встаю за колонну неразрушаемую, и просто на халяву, опять же, его убиваю от своего дичайшего ДПМа. У Паттона ДПМ порядка 300 на обычном оборудовании. Это очень жестко. Танк разваливает за счет своей пушки очень-очень многих. Вообще особо не напрягаясь. Здесь та самая 44-ка решила побыковать. Поиграть сам в размен. Ну, типа он крутой, да. И, кстати, у него это неплохо получилось, потому что вот у меня последний шот альфа не прошла. И он дал мне на 250 урона больше, чем должен был давать. Ну да ладно. Мы его убили, опять же 1500 на халяву забрали практически. И выезжаем на 430-го, который отвернулся от нас и смотрел на ВКшку. Мы просто этим пользуемся и убиваем его. Тут сложный момент. Непонятно, что сейчас делать в этой ситуации. Либо кататься с ВКшкой, Эмилем, что-то как-то пытаться подлавливать коня, либо же уехать на правую часть карты. Но я выбрал сыграть вообще иначе. Я вижу, что все светятся, я это понимаю. Ата, в принципе, сейчас беззащитна. И я решаю просто отомстить этим выродкам, просто за то, что они конченые, и просто их убить. Знаете, я уже в таком тильте тут играл, что мне было абсолютно пофиг на исход этого боя. Я вот просто хотел отомстить артоводам. Знаете, в предыдущем бою мне арточка, ну, не повлияла на бой и дала пробитие. В принципе, это нормально, да, но артуш понерфили. Я не могу себе такое позволить, и решил отомстить им, этим наглым псам. Здесь я расправился с артой, и конь обладал 1500 хп, что мне на 5 выстрелов, а я ему на 3.
Один вариант был, это сближаться с ним, давать два катка и пытаться крутить на скорости. Я, в принципе, это делаю, но здесь он успевает доворачивать на меня башню. Видимо, скорости его поворота хватает, чтобы убивать паттерна, который его крутит. Но все равно, вот на второй раз он не успел довернуть башню, и я его благополучно убиваю. Тоже плюс полторашка, прямо как полторашка Балтики, только урона, все круто. Казалось бы, бой должен быть результативным, 1000 на 9, потому что там ПТ-щики, Удис, которые не светились, скорее всего, и я спокойно могу их убить, но смотрите. Удес приехал с заряженным фугасом для того, чтобы добить проклятого статиста. Молодец, ты это сделал, но все равно ты дал возможность дать по себе 2 шота. И из-за вот этих вот 2 тычек я даю такую неплохую сумму урон. Ну, вот и все. Пожалуй, больше нечего сказать по этому бою. Карта реально крутая. Одна из лучших, на мой взгляд. Даже, ну, лучше. Давайте будем честными. Она лучшая. Пишите свое мнение, какая карта является самой лучшей лично на ваш взгляд. Думаю, много кто напишет про Карелию в штурме. Там про какую-нибудь Малиновку встречку и так далее. Ну, в общем, пишите, пожалуйста, мне реально это интересно, но, на мой взгляд, линия Зигфрида штурм является самой-самой топовой и желанной картой в игре.